чё там? Те, кто рядом с ним вставать, типа... могут загреть, да? Нет. Короче, Слава, будешь слизней собирать. На все. Да, нифига. Так, вот тут рыба, я теперь рыбный магнат. Так, давайте врачем. Все готово. Готово. Куда он убежал? Ой, вообще хз, кто там что куда плюнул? Гера, нет, просто ДПСом забираю, я не твою ничего. Случилось с шаманом.
Меня не это волновало, это я вот как раз таки увидел. Соображаешь? А, ок. Все, теперь вопрос исчерпан. Спасибо за информацию. Ну, дисплей летит. А, у них. Алло, ну уйдите с под лица, куда вы? Вау. Тут у магов есть такая тема, если во время луж в инвиз вышел, то ты их потом не видишь, короче. Крайне бесполезная функция, если честно. Не видишь те, которые были выпущены до... перед инвизом, а потом остальные видишь. Не, ну... Бегаешь с рейдом, все нормально. Блять, ну а как я в конце упал? Это просто пиздец. РДДшники, хилы, когда вы тоже стоите перед лицом босса, вы немного прям чуть ли ему прям в направлении руки стойте, Лиза, потому что у него радиус больше. И так, на будущее. Вот и вовремя прям, слушай. Да, да, я такой еще что-то бегу такой спокойненько, думаю, ну все, чекинайт. Да, да, да. Да ты что-то горишь, я смотрю, у меня там 900 хп осталось, думаю, еба. Чем повоешь? Да. Красавчик. Так, рыба, ешьте все, кто упал. Кто не упал, тоже ешьте, чё? Не отбивайтесь от коллектива. Спасибо. Спасибо, спасибо. Будь здоров. Готовность. Месье Джан на изготовку. Да не надо, ты здесь стой. Дядя Срец все сделает. На четвертом стаке просто заберешь, пока у меня стак не спадет, и все. Собирай. Какой? Который поднимает блок.
смысле, который вот этот бабл на 80-м получаешь? А, который квинтэссенция, что ли? Или какой ты? Андан фигню. Я это и говорю, это тот самый бабл, который на 80-м получаешь. Чё там там он делает? Заливайте этих. Все в трэш, давайте. Войт, иди помоги им пока, может быть, станады, или уже все разобрались. Да все норм. Красавчики. Ну все, доливаем 25%. Че там? Не знаю, как один убежал. Ну, ты сам понимаешь, что это ни о чем. Больше с него профита имеет в виду, что Холи пал, будет флешку критовать, все. Но это неудобно, потому что тогда придется частицу не на танка вешать. Поэтому сам по себе этот бабл не такое. Ну такое все равно не становится супер крутым. Если бы он раз в секунду поглощал, тогда да. Даже если бы раз, ну там в 2, в 3. Еще куда ни шло. 4.6 разница небольшая. А зачем ты спрашиваешь? Как говорится, это... нету с собой. Да и откуда бы? Че, по пати разбегаемся? Ну, давай. Да, вторая направо. Я что-то забыл сказать. Я просто этот метками обеспокоился. Они у меня забагались. Сейчас релоуд. Вот вопрос. А если, допустим, с нами был РЛ? Кто? Че что? И он умирает на боссе. Ему ГП начисляется? Его из гильдии кикают-то. Да не. Начисляется, конечно, он сам себе начисляется. Естественно. А в чем проблема? Он что, не игрок? А если он не начисляет себе, его, короче, люди находят и сжигают, ну. Да нет. Как чучело на масле. Заебали ему. Но мне интересно. Ну, конечно, у него там абсолютно то же самое, что и у других. Не, просто у меня такой момент был. Я вот первый раз был на этом боссе, сейчас второй. Ходил с ним. И он такой, все, пацаны, погнали. И первый умирает. 3 раза подряд. Блять, но это было, пацаны. Есть у нас, свидетель. Короче, единственный момент, в десятках не дают, типа, вот в 25-х это уже... Не, вот, мне интересно, он ГМ гильдии, ему начисляется ГП?
Да, начисляется. Он сам себе накидывает. Нет, да, не, там просто угорали. Я не знал, что говорить. Просто вот после этого случая прям интересно. Я бы его бы обосрал бы, нахуй, честно. Сразу же. Как ну, Рэл, нахуй, может умереть, блядь. Ну это пиздец, это днище, нахуй, просто, блядь. Все, давайте, я запустил пол. Там горит уже, чувак. То есть, если будет собрание, и он, типа, будет это отрицать, вы все подтвердите. А ты про кого говоришь сейчас? Про РЛ. А кто РЛ? Он имеет в виду Саню. Это не РЛ, а ГМ называется. Нет, нет. Саня? Не Саня. А какого РЛ? Подожди, Саня какой? Ну, да. Нет. Которого вот ГМ гильдии, кто создал ее. Влад, что ли? Да, чувак, ну я не знаю, он играл тогда на этом, на Престе, на Хиле. И где он умер? Подожди, он стал в рейд, уже в палет не ходит. Подожди, я помню, были такие моменты, да. Ну, у него бывает, но когда на пале играл, он не издыхал. Нет, но он ГП получает, ну, то есть. Да, только в 25-ке. А. Все ГП начисляются, ЕП только в 25-ках. Все. Да. А, да? Да. Вся система ЕП заточена. Так, это по меткам. Тупите, слева синяя, справа красная. Тёмыч, забирай мой аккаунт. Ай, блин, я это... Сейчас. Но уже есть правила гильдии, которые можно прочитать, и это... Блять. Ну. Да. Ёбаный ротик. Первый раз. Первый раз в жизни, когда не допрыгнул. Да, все, отъебись. Вы еще можете успеть. Да, на меня повесилась уже. Я не про это. Успеть до того, как вас цепнуху отдадут. Меня уже отдали. Ну. Да я в болото упал, бля. Ну, в смысле, можно успеть перебежать. Ну подойди ближе, дебаф, бафы чтоб стакались. А, там еще с болота можно. Блять, не обязательно в метку стоять, господи, ладно, вот вам, смотрите, вот сюда. Бля, я так ждал этого вопроса. И умер. Дождался. Теперь смотри и наслаждайся. Второй раз пошел, я с первого понял. Плюс-минус, все. Коня. Блять. Больше всего меня в варах мыкает, это то, что если он не танк, то с него этот мало ДПС. В смысле, всегда у него просто не генерится рагов в достаточном количестве, чтобы нормальный ДПС давать. И плюс реванш он не может давать, если его не бьют.
так ты заряжен был. Ну, у тебя же было то 5 это. Плюсы выходим. Для тебя же теперь вставай. В смысле, пароль что тебе надо и вставай. Если тебе что-то надо. Присумывать? Нет. Зачем? Мы вначале на получку идем. Получка, да. Понятно. Я не понял, чему ты радуешься? Да не-не. Да я сам собой. Да, блядь, я там третий раз в инсте, я просто теряюсь и буду изучать, что ты говоришь. Всё. Я 300-й, я каждый раз открываю карту и ищу этот квартал, потому что они все одинаковые для меня. Понимаю. Да я не про то. Ой. Не бейте пока их, господи, я же хотел их свести с вот этими пацанами. Вот теперь и давайте. Нет, на Фарлине ты в танке будешь, а здесь я уже в фуру прыгнул, так что иди. Да пофигу. Ну давай, ладно, спасибо. А чё ты мне эликсир из крови не кидаешь? Он только на плато работает, если ну, что. Ну подожди, он что, не нужен тебе? Нет, он только работает на этом на острове дурацком. Ты что, серьезно? На нем так написано, кстати, если почитаешь внимательно. Честно, не читал, я вначале увидел и все. Понял. Так, здесь не надо Геру, Геру на Фарлине отдадим. Я не боюсь. Дело в том, что хочу, чтобы ты этот поутешил там. Ну, ты агришь и одного подводишь. Как подводить, понимаешь? Так, наоборот, чтобы меньше для миликов телодвижений было. Все равно вот Эй ничего не делает, кроме как стоит и получает вжбан от мобов. Почему? У нас милика по факту нету, кроме меня. Ну и танков. Вот читай, человек это сидит на протопале. Че вы это? Дайте ему потренироваться там. Заткнуть там этих мобов, там подвести. Получится у него, не получится.
Ну, мало ли, я вот знаю, что некоторые у протопалов именно конкретно с этим бывают проблемы. Поэтому обычно их не ставят на эту позицию. Ну вот да. И деф. Я с таким очень долго ходил. Третья, ты чего? Блять, срез — это лучший РЛ. Блять. Ты че там, пьяный, что ли? Что с тобой? Да, конечно. Что ты меня рекламируешь? О, да не, это шутейка уже где-то. Да не, я просто поиграл с Саней, поиграл с РЛом, со срезом. Просто абсолютно вдруг. Абсолютно. Ну, у тебя этот, ювелирка есть? Стресс. Я предлагаю, знаешь что? Уже правила там есть новые. Веди, я не читал. Ну, веди поощрение рейлов. Я веди, я вообще здесь так, на птичьих правах рейл. Ну, ты же рейл. Ну, просто как бы... Не, ну ты же ребята, рейл. Ребята хотели, чтобы кто-то водил. Я вызвался, потому что никто не вызывался. Ну, все, вызвался. Давай это, рейтинг сделаем. Ну, правила же составили. А для чего? Какой профит с этого? На Дискорде будет висеть картинка лучшей рыбы. Не какая-то. Все, да. У тебя просто будет король висеть. И че? Ну че, все. Леха, ты в среду бываешь на собраниях? Да, вчера был. Вот, в среду присутствую, эти предложения там, ну. Я просто не врубаюсь, для чего это, ребят. Вот если честно. Что мы с этого поимеем? Подожди. Ну, это кто сейчас сказал предложение, типа, кидать? Ну, вот, non-speed. Нет. Non-speed? Да. Алло, он говорит? Нет, честно, я был на собрании, я просто честно... Скучал, сидел. Да. Ты не с Арчи скучал, сидел? Ну, да не, я просто ничего не говорил. Ну, блядь, я новенький, что я могу сказать? Ну, по сути. Я, по сути, тоже новенький. Нет, но снижает входящий урон, что тоже довольно ценно. Так, что, кто-то падал, не падал? Наверняка же не падал. Давайте сразу забьем. Прота? Так, чё? Стакается, по-моему. А вот бдилка не стакается. Кого бить? Босса бей, все. Тебе больше ничего не надо. Если скажут спинить цель в крестик, например, то ты бьешь крестик быстро, и все. Угу. Так все нормально. Давай, Войт, ты пуляй, я заберу босса. Че, Геру давай? Да, давай сразу Геру.
А, и у тебя очищение достоит? Ну, естественно. Красавчик. Забыл просто напомнить. Как-то это привык, что уже все знают. Это так расслабляет, блин. Смотри, по таймеру у нее сбрасывается этот КД. То есть начинается, возможно, быть. Но она применить может в любой момент после того, как таймер пройдет. То есть вот уже сейчас вот она может нажать. Но не факт, что нажмет сразу. Что уже подводи. Берсо. Да, я прожил. Плетик сыграли? А то у меня прожимки заканчиваются. Не, почему? Ты просто берешь, кидаешь в него щит. Ну да, поэтому вот паладинов такая фигня, что их особо не ставят на этого. Ну, все, короче. Да, в принципе, тебя можно было и на босса, ты бы поражал минус 50% и все. Я бы уже к тому времени все подвел. По вару, ну да, у него есть кинуть, у него есть сбить. Что он там замедляет, тёмаля? Ну, дает чуть-чуть. Ну, что, нормально. Ходить можно. Если уж на крайняк, можно героический бросок сделать. Он не шатает, но все равно без холипала как бы не очень удачно. Так. Так, вопрос. Почему у нас в гильдии ни одного фрост-ДК нет? Это говно? Женек. Есть. У меня фрост-ДК. Ну, и у меня нет. Тоже ты не. Не, я во сколько играю, там, ну, немного. Но, блядь. В рейд ни одного не беру. Почему? А зачем? Ну тут типа берут, вообще-то женёк ходит. Но. Не, ну. Вот, типа... вот. Да я ходил в FrostDK, ни одного нет там. Анхолики, блядь, еще там. Не знаю, фросты сейчас больно бьют, в принципе, нормальный спек. Так типа... почему у нас их нет? Ну, да причины есть? Какие-то. Не, ну я не видел ни одного, поэтому спрашиваю. Женёк, вот тебя один. Ну, как бы, вообще, слоты на миликов довольно ограничены. То есть, ты пойми, что РДДшники делают все сейчас лучше. Ну, а милику, чтобы делать так же, как РДДшнику, потеть приходится. Угу. Ну, Фрост, ну, он хуёв по ДПС или что? Он... Да нет, он отличный по ДПС. Он может догонять паладинов, но, и вполне себе перегонять. Короче, я читал, он типа анхолика вообще передамаживает. Вот, по потом. Анхолик потом обгоняет, не сейчас. Так. Не, типа я насколько читал, типа он. Фросты, они именно с двуручками, они именно на двуручку у них там талант. Чего? Машина. С одноручкой. Машина. И он типа с этим машиной, он там ебашит вообще просто пиздец. Блядь, я-то думаю, что я не дамажу, я же две двуручки могу носить. Епа, она дебила. Кикните меня из гильдии, пацаны. Ну все, да, я передам. Пожелание. Это ББПП, нахуй, совсем можно. Прощаем.
Нет, фросты это две одноручки сейчас. И вообще, в науфе добавили сейчас в Shadowlands возможность сделать фроста с двуручкой, ну как. Какой хрен. По-моему, с двумя одноручками круче смотрится. Короче, Frost DK — это шляпа, да? Да это топовый, блин, мили ДД. В смысле шляпа? Как он может быть шляпа, если он топовый мили ДД? А почему у нас в гильдии их нет? Ты реально пьяный, что ли? Что с тобой не так? Не, просто я пытаюсь знать. Я просто говорю. Тебе говорят, у нас есть Frost DK. Один, да? И все. А зачем нам дофига их? Если есть дофига локов уже. Они слоты забивают локи. Локи топ. Зачем, если есть один? Ну, он дает свою ДПС. Но так, подожди, я хотел хантом зайти сюда, вдруг копье выпадет. Поставьте шкаф. Да, ты танчишь, в принципе, до конца, я думаю. Да есть у меня, блядь, заебал ты. Но не с собой. Ай, ты, блин, вообще меня сморил сейчас. Я тебе, блядь, дам его, блядь. Да, да, я так хочу, чтобы у тебя было. Фу, не показывай мне его. Я сейчас в гичат плюсану. Я тебе РЛ отдал. Хочу, чтобы плюс 50, блядь. Плюс 40. Это вообще говно. Андрюх, мораль. Да. Я плюснул в гичат хантом, Сарф. Сори, я спать еще. Сомните. Ну и чё, как хант? Заебись, да? Да, нормально. Не жалуюсь. Как бы это мой мейн был до того, как я навара сел. Что-то мне просто надоело на ханте. Но... Всего атаки? Че? Да нет, там все заебись у меня. Рибаш, ты все проверил у него? Все у него хорошо. Так, давай-то. Гуляй, гуляй. Геру давай сразу тоже, пофиг вообще. Кока. Блять, искал Геру, давай еще 9 секунд, блядь. Да? Да. Сорян. У меня-то нет. Дал Геру, блядь. У меня-то нету дебаф. Да я подумал, да ну по-любому уже откатилось.
Да вот 9 секунд оставалось. Капец. Я что-то не посмотрел, блядь. Ну это, конечно, печально. Готовь прожимку. Так, прожимай сейчас. Ну, это не совсем то, что я хотел. Нет, 1.6. Не, это скорее на робот какого-то. Вот это на рог какого-то, да, 1.6. Или на танка даже можно. Ну, типа, да. Забей. Не нужен вообще никому. Давайте, арча. Одного нет. Лёха, ты чё там на шарик нажимаешь? Заблудился? Да, я понял. Шариком. А вот сейчас. Питеры, блядь. Бля, пацан, меня пиздожат. Ты зачем вышел из... Смоните вашего. Зайди, поднимись наверх, там, где ты вот только что зашел в инст, наверх поднимайся, там есть хрустальный такой шарик. Увидишь его. А, все, понял. Да, все. Я честно. Не, не сумать, он должен понять, что потом больше такого не было. Все нормально. Давай на позицию. Так, и вот тут забегаем за глыбы, правильно? Да. Две глыбы посчитали. Одна глыба, потом то второй только начинаете забегать, когда вторая появляется. Просто в тот раз я прям за глыбу забежал, меня шокнуло. Ты забежал и стой дальше. Бля. Так. Лучше бы ты на позицию встал, какая-то еще и. Да. Это пока вам хвостом не махнет. Заебали. Че там ругаешься? Я говорю, заебали пиздеть. Извини, начальник. Все.
Да ты наоборот отойди от меня подальше. Я от тебя РНЖ отрываю, блин, ты за мной бежишь. Прощаю, прощаю. Отойди от меня. Ну, в смысле, стой на месте. Так, все за глыбы спрятались. Напуль на него. У меня, блин, постоянно стужа пролетает. Почему срабатывает, пацаны, херня, что, блядь, чувака пинаешь, почти убиваешь, он Alt F4 нажимает и исчезает? Чё за бред? Сделай баг-репорт, вообще-то это багаюз какой-то. Не может, он если покидает так тело, ну, типа игру, то он должен шнифковаться. Я тоже такое видел, так что тут я как бы... Это баг? Ну, это что-то ненормальное, такого не должно быть. Блин, вот... Нахожу. Вы меня заболтали, я что-то, блядь, вообще отвлекся, ну, я не то боял. Я почему-то второй глыбы не увидел, думал, вторая глыба сейчас будет. Дима, потому что заболтался с вами. Тём, что там, долго, не? Лок, не забываю вообще обновлять СС по друиду всегда. Под каждого босса, если есть возможность. Я уже зашел. Тебя вылетело, да? Да, что-то вылетело. Амбассадор, ты стоишь в луже прям. Чего вы там справляетесь? Да, но он сейчас еще раз летит. Так, все, две глыбы есть. Встали за глыбы. Нет, молот праведника это просто атака, которая типа как клиф идет. Что-то вроде волны у протика, только не станет. Ну, что-то такое, да. Ну, то есть не супер, но и полезно трэш держать. Но это самое слабое. Тебе нужно... как? Самое крутое, что у тебя есть, это таунт. Дальше у тебя лужа есть. И этот, господи, щит, который бросать. Как он там? Это самые крутые твои обилки.
Ну, это хорош, да. Ну, смотри, меткость есть. Это главное, как не похож. Поднимите. Песни типавших. Что выпало с него? Шапка, ладно, и плащ выпал на СПДшника. Кстати, Паш, довольно-таки неплохой. Если нету 213, то это как раз нормальный. Рыба осталась на воде. Давайте, хул рыба. А у него стена, походу. Рыло гнездо. Антоха, рыло гнездо. Альта 4 прожил. Это как гвай вчера. Вот видишь, вышел, зашел. Так чисто. Пристопав. Все, погнали. Ну, подходите, ну чего вы стоите там? Алло, ближе подойдите. Быстрее, ну. Че спим, пошлите. Тебе, бля, интересно, ну видите, что уже сколько ушли, именно в этом сзади стоит телепатис. Это не тот момент, где надо... Че, ачивку хотим? Не. Так че надо делать, да? Заебали? На ачивку? Да похуй вообще. Сейчас. Сейчас стой и просто бей скелетиков, которые подходят. Все ничего. Только не бей, которые вдалеке стоят. А знаете что, у меня вообще персонаж забагался, я ничего делать. В смысле? Я могу только массовки колдовать. Почему? Не знаю, ни мышкой, ни кнопкой не нажимается скилл. Это тебе точно кажется. Ну тебе надо этот... код припомнить, наверное, или что, я хз. Пропиши рела, Артём. А если бой идет, прокатит? Похуй, рела, похуй. Цепну молнию, шуман, не делай, пожалуйста. История показывает, что контролем. Может плохо кончится. Ну, только пошел лупануло, это повезло, что три цели были. Были бы две, она бы пошла дальше. Ну, так это понятно, я же вижу. Не, ну, вдруг кто-то раньше тебя бы убил бы, маленького скелета, и цена пошла дальше.
тебе там помогло? Да. Ну все, говорю же. Чисто Близзардом фигачить весь бой. Вышкой я там мог, еще чем-то. А я думаю, чего я не мог там ханта убить на входе? Это он тебя проклял. А то Гэм был. Гэм был. Не понял, ты про чё спрашиваешь? Ну типа, если ты там хата убил, а вот это был Гэм, он тебе забагал панельку и всё. Ну да, вот это да. А я сначала думал, может это у меня баг какой-то, я получается... По IP вычислил. А у меня не кастует. Я начинаю спамить вспышку, ну вот эту массовку, и урон проходит, а они меня не бьют, короче, поначалу. Я думаю, ну все, сейчас киллов тут наделал. Пару раз так ударил, они что-то согрызли. Действительно, что это они? Я просто думал, может я неубиваемый стал? По-любому. Типа как... Неуловимый Джо, который нахрен никому не нужен. Вот это сейчас оскорбительно звучало. Дерево, выйди, пожалуйста, дерево. Беру. А, давай сразу. Чё ждать? Метки выйди. Че-то вы как-то рейндж 10 не соблюли где-то. У меня был рейндж. А у меня радар. Просто у нас миликом двое. Так по-моему только две эти бьет. У нас раньше 10 было. Ну, может не было, я не знаю. У нас сейчас одна глыба. Нахуй покурить надо сходить, интересно с вами. А трэш кто будет забирать? Слушайте, ну Пала заберет. Всего два этих мужика, они ничего не делают вообще. Амбассадор. Так, собирай сейчас войд. И этого на поле... А, ну ты уже схватил, молодец. С метки выдели территорию. Этот парень был из тех...
Что просто любит пить. Чего, что там? Зачем? Да, конечно, критует. Я и в 25-ке получал мощный крит с этой стрелы. Там что-то под 20 тысяч может критануть, под 30. Ну, потом помогать сбивать, и помогать сбивать тоже. О, топорик. Ух. Пуха не падает. Не этот. Ни копье, ни посох. Это обалдеть, когда не было у меня пухи с острова, бля. Не падало. Только пуху с острова взял и Армагеддон. И уже укус упал. Зашибись, бля. А тебе кисти уха нужна? Сами. Понимаю. Блядь. Там кто хочет? Это мне на НХ. Забирай. Я перебьюсь. Спасибо.